Григорий Александрович, здравствуйте. Мы знаем вас как хорошего ответственного исполнителя. Мы строим завод по производству автомобилей одной очень известной французской марки. И хотели предложить вам застройку городка для будущих работников этого завода. Если вы справитесь, мы построим несколько десятков таких заводов по всей России. Вы понимаете, что я имею в виду? Да. Пап, вставай! Че надо, доча? Ну, мать же тебя просила встать пораньше. Дров наколоть, печь затопить к празднику. Димку своего попроси. В офисах сидит, пусть разомнется. Бурьон, ты ласе тумби, алья пари, но вольон. Трубку возьми. Чего? Трубку, говорю, возьми. Папа, папа, застегни. Папа. Сейчас, Кристи, подожди, подожди, иди к маме, к маме, к маме, иди сейчас. Мама, застегни. Евгений Леонидович, здравствуйте. Где моя презентация? Добрый день, я как раз подготовил ее, готов выслать, но у меня проблемы с... Я поразил, Димка. Презентация нужна сегодня. Да, у меня проблемы с интернетом. Сегодня, прям... понял, придурок? Я понял. Я обязательно отправлю, просто здесь нет интернета, представляете, мы в деревне, вы же нас отправили. Ну, отпустили нас, понимаете, ну... Поймешь ли ты, что я тебя теперь... Как прежде не обижу. В тебе я столько вижу красоты. Что за хрень? Это не хрень. Это Растан. У деда праздник. Дай ему выспаться. Любить за синие глаза. За эти волосы. Или красивый рот. О нет, Кристиан. Ты большего достоин. Как же ты хорошо танцуешь, Галя. Ты должна танцевать на сцене Мариинского. Галя, дай вина, а. Да отстань ты от меня. Геля? Где это ты? А в кафе с девочками. А почему счет оттуда? Мне на 100 штук пришел, а? Ты че орешь на меня? Ты что, забыл? Я из-за тебя карьеру модели оставила. И что мне теперь, дома сидеть? 100 штук. А на 200 можешь погулять? Могу. И на 500 могу. Что ты думаешь, что все время только о себе и о своих деньгах считаешь и сидишь? Мы вон к твоему дедушке приехали. О нем бы подумал лучше. Да? Угу. Приехали! Пошла вон! Козел! Ждала. Да? Пойдемте. Пойдемте. Иди сюда.
Хорошо, что вы все приехали. Скучаю я тут без вас. Чё, как не родной? Батя, здорово! Опять бухал? С самого утра? Ну так, Галюсик, чисто символически, в честь праздника. Галя! Чё надо? Галина, помоги. Да иду уже. Чё опять случилось? Да вот, руки-крюки, понимаешь. Спасибо. До войны мог блоху подковать. А тут простой медаль. Знаешь, а я мог бы быть бизнесменом, большим человеком, как ты. Зарабатывал. Все бы ко мне на «вы». Да и вообще. А теперь что? Только мамка твоя пилит и пилит, пилит и пилит. Бать, не такая уж и сладкая жизнь у меня. Не сладкая жизнь у него. Посмотри-ка. Квартира в центре. Машина красивая. Баба-модель. Мне бы твои годы. Бать, я могу не дожить до твоих лет. Знаешь, ты меня только здесь не хорони, ладно? Ну чего, мам, как дела? Да как? Никак. Гришка вон с вечером нажрался, как скотина. Дед постоянно дергает. И так всегда. То дед, то Гришка. То Гришка, то дед. Мишка хоть приехал, посмотрела. Да, Мишка давненько не приезжал. Слушай, а сколько деду-то нашему? Да 89 уже. А толку-то? Он ведь как ребенок маленький. Ну ничего сам не может. Галя, помоги, подай, принеси. Сил моих больше нет. Достали. Не знаю, что и делать теперь. Ну а если Гришку на лечение? А деда в дом престарелых? Да Гришку уже 3 раза лечили. Толку-то не помогает. И дед уперся. Не хочу, говорит, от вас уезжать. Хочу с вами жить. А помереть-то боится. Не все, говорит, еще сделать успел. О, что он еще там собрался делать? Помер бы, да и не мешал вам уже. Не знаю. Запирается в своей комнате целыми днями и что-то пишет. Завещание, может быть? Да пойди, разбери его. Скорее бы уж успокоился. Если они решат меня повысить, то буквально через 5-10 лет я смогу занять место этого замначальника, понимаешь? То есть все решается, в принципе, сейчас. Ага, бутербродик подай. Ага, сейчас. А он вечно занят. От ноутбука не оторвешь. Я даже платье красное купила. Ноль внимания. Папку твоего каждый день домой пьяным приносят. Якшается со всей алкашней в округе. А Мишка? Чуть что. Гейля, ты совсем разум потеряла. Столько бабла на свои вечеринки тратишь. Копейки свои считает постоянно. Кричит целыми днями, истеричка. А я пью, чтобы этого не замечать. Хочется свалить куда-нибудь подальше. Пусть все идет. А что это, деда? Это знак, который дали одному глупому чудаку.
Но он верил, что можно выжить там, где до него никто не смог. Взял, да и выжил. И жив до сих пор. Ой, что? Деда, да? А что с ним случилось? А это мы с тобой сейчас узнаем. Вот. Что это? Сказка о добром дураке и злом короле. Сказка. Жил-был добрый король. Ну, так начинаются все сказки. И это не исключение. Да. И было в его королевстве все хорошо. Урожай богат, люди счастливы. И жизнь текла, словно река. Плавно и спокойно. А за 3-9 земель, за горами, за долами, жил другой король. Злой. И было в его королевстве все плохо. Да. Кристенька, помоги-ка деду. Почитай дальше. Напал злой король на доброе королевство. Но не растерялся добрый король, позвал Емелю, дал ему копье и фуфайку и отправил на войну, пообещав, правда, войско большое следом отправить. Злой король, недолго думая, схватил Емелю и в темницу его бросил к другим узникам. Начал Емеля думать, как выбраться. «Мы из темницы легко сбежим. Купец может достать все, что угодно. Ну, хотя бы инструменты. Строитель знает, как построена темница. И, стало быть, сообразит, как ее разобрать. Ага, актриса ведь умеет рассказывать сказки, да так, что способна заворожить любого. Ее объектом будет охрана. Красная девица обладает красотой неописуемой и чарами своими отвлечет часового. А танцовщица у нас такая ловкая, что вполне может перепрыгнуть ворота и открыть их. Но советник у нас во всем хорошо разбирается, и поэтому запросто доведет нас до дома. Страшно стало узникам. Они уже за годы в темнице, привыкли к ней. Тогда сказал им Емеля, что жизнь один раз дается, и негоже самим себе ее калечить. Сбежали из темницы невольники. Вернулся Емеля в свое доброе королевство. А король ему на чужбине-то в темнице сидел, изменник-предатель, и вострок. Но время неумолимо. Оба короля померли и отпустили Емелю на свободу. Вручили ему мотыгу. Вкалывай на благо Родины. Ну, так и пропахал Емеля всю свою оставшуюся жизнь. Верно подмечено, дед. И этим сочинительством ты занимался, когда запирался в своей комнате? Ну, дед, ты отжег. А, фантазия у деда разыгралась на старость лет. Ну, а что, по-моему, миленько? Романтично так. Так выпьем же за деда. Драматурга. Еще Оскара получит. Деда! Да? А получается, Емеле дурак, это ты? Умница. Получается, что я. Миш. Миш, ты мне нужен. Я люблю тебя. Давай уедем. По
посмотрим. Ой, деда, ты куда? Я? А, в солнечную страну. В солнечную страну? Ага. К завтраку вернись только. Ага. Thank you.